И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы расскажем о родных Юлии Началовой. Средства массовой информации пишут, что родные Юлии Началовой рассказали о том, как 12-летняя дочь певицы переживает потерю мамы. По словам отца Юлии, Вера находится в глубоком шоке, но держится стойко. Рядом с ней постоянно находятся близкие люди, в том числе ее оберегает отец Евгений Алдунин. Вера до последнего не знала о том, что мама находится в больнице в тяжелом состоянии. Незадолго до 8 марта, когда госпитализировали Юлию, девочка с одноклассниками уехала в Лондон. Родные не допускали мысли о том, что проблемы со здоровьем Юлии могут привести к трагедии, поэтому держали Веру в неведении. 16 марта Вера вернулась в Россию. Ее самолет совершил посадку через час после того, как сердце певицы остановилось. О трагедии Вера узнала от отца. Через несколько дней Вера написала маме письмо, в котором простилась с ней. Отец Юлии рассказал, что Вера переживает, но держится стойко, характер проявила, никаких истерик, и написал ей письмо. Правда, текст он разглашать не стал, так как письмо было личное. Кстати, стало известно о том, что последней волей Юлии Началовой стала просьба сохранить за Верой права на четырехкомнатную квартиру, из-за которой она судилась с экс-бойфрендом Александром Фроловым. В 2015 году он якобы выкупил права на половину жилплощади. Однако певица утверждала, что не получала от хоккеиста никаких денег, а нам остается надеяться, что боль от этой потери со временем утихнет. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!